Привет! Сегодня я к вам с рецептом еще одного быстрого торта, на который вам потребуется минут 20 времени вместе с выпечкой. Если вам нужно приготовить быстро что-нибудь вкусное к чаю, то этот рецепт как раз то, что вам нужно. В чашу миксера кладем 200 грамм муки. Добавляем 25 грамм какао-порошка, 200 грамм сахара, ванилин. Вливаем 250 мл молока, немного соли, 80 мл растительного масла. Перемешивать тесто я буду с помощью моей помощницы кухонной машины Redman. Устанавливаем насадку венчик и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Теперь добавляем половину чайной ложки соды. Продолжаем перемешивать. И в процессе перемешивания добавляем 1 столовую ложку 9% уксуса. Еще раз перемешиваем. Тесто сразу становится воздушным и легким. Переливаем тесто на стандартный противень от духовки, застеленный бумагой для выпечки. Ставим в разогретую духовку и готовим при 180 градусах минут 10-12 или ориентируйтесь по своей духовке. За это время приготовим крем. В чашу миксера кладем 1 банку вареного сгущенного молока. Добавляем 3 столовые ложки сметаны жирностью 20%, по весу 100 грамм примерно, и взбиваем миксером. Кстати, моя кухонная машина Redman – это многофункциональный прибор 4 в 1, совмещающий в себе функции планетарного миксера, овощей резки, стационарного блендера и мясорубки. Готовому коржу дадим немного остыть, отрезаем края, разрезаем на 3 коржа или на 2. Мне нравится делить на 3. Обрезки нам понадобятся для посыпки торта. Их измельчаем руками или при помощи блендера. Собираем торт. Коржи промазываем кремом и укладываем друг на друга. Теперь промазываем верх и бока тортика. Посыпаем крошкой из обрезков. Украшаем по желанию. Я еще полила сгущенным молоком. Дадим тортику пропитаться и подаем к столу. Сам бисквит влажный и не требует дополнительной пропитки. Если нужно очень срочно подавать, то можно резать практически сразу, через минут 20 после того, как вы собрали торт. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарий. Ваши отзывы – самая лучшая награда для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!